Если у вас в доме несколько компьютеров, то вы наверняка знаете, как сложно бывает найти нужный файл. Часть музыкальных записей хранится на одном компьютере, часть на другом. Иногда хочется посмотреть видео, которое хранится на десктопе, на ноутбуке и даже телевизоре в гостиной. Может быть, у вас много ценных файлов и вы хотите сделать их резервные копии? Все эти проблемы прекрасно решает устройство хранения NAS, которое позволяет хранить все файлы централизованно в одном месте и обеспечивает доступ к ним с любого компьютера или устройства. NAS расшифровывается как Network Attached Storage. Это великолепное решение для тех, кто хочет хранить и защищать свои файлы. Сердцем NAS является как минимум один жесткий диск. Но у нас есть не только сердце, но и голова, которая организует общий доступ к файлам с других компьютеров и устройств домашней или офисной сети. С помощью некоторых NAS вы сможете получить удаленный безопасный доступ к файлам через интернет, когда вы находитесь вне дома. Более того, файлы, которые хранятся на NAS, можно просто открывать, редактировать и сохранять так же, как если бы они хранились на вашем ПК. NAS очень легко подключить к сети. Надо только подсоединить его сетевым проводом к маршрутизатору сети. Если у вас стоит беспроводной маршрутизатор, то доступ к NAS возможен из любого места в зоне покрытия маршрутизатора. Из любых беспроводных устройств, включая сетевые плееры для видео и музыки, карманные устройства, игровые приставки. У нас три главных преимущества. Во-первых, NAS позволяет хранить все документы, фото, музыку и видео централизованно в одном месте. И их всегда можно использовать или воспроизвести с любого подключенного к сети компьютера или устройства. Например, если документ хранится на NAS, то вы можете начать писать письмо на десктопе в вашем домашнем офисе и затем закончить его на ноутбуке в гостиной. В это время другие члены вашей семьи могут смотреть на телевизоре записанный на NAS фильм или слайд-шоу, которое вы сделали после поездки в Испанию. С помощью устройства NAS от Netgear вы также можете открыть доступ к вашим файлам для своих друзей, которые не подключены к вашей сети. Например, в гостях вы можете показывать слайд-шоу, снятое в отпуске, или проигрывать записи из вашей музыкальной библиотеки. Во-вторых, на NAS очень просто организовать регулярное резервное копирование по расписанию всех ваших файлов со всех компьютеров в сети. И в случае потери файла с данными вы сможете легко восстановить его по резервной копии. Если у нас два или более жестких диска, то можно настроить устройство так, чтобы содержимое одного диска автоматически копировалось на другой. В результате резервные копии файлов, хранящихся на NAS, будут создаваться постоянно. Если вам нужно больше емкости, то можно установить дополнительные диски. Наконец, третье преимущество. NAS не только хранит ваши файлы, но и защищает их. Вы можете точно определить, какие компьютеры и пользователи могут получать доступ к определенным папкам и файлам. Все продукты Netgear Ready NAS используют технологии безопасности для предотвращения доступа к вашим файлам и брошенных гостей. У вас может возникнуть вопрос, у нас такие мощные функции, но как управлять ими? Netgear предлагает для управления очень удобную утилиту настройки на русском языке, которая запускается из окна браузера. Теперь вы знаете, что NAS дает вам полный контроль над использованием и воспроизведением ваших файлов, и в то же время обеспечивает их безопасность. Теперь имеет смысл сделать NAS центром вашей сети.